Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Настраиваемся на самый лучший день и прямо сейчас проговариваем такие слова. Сегодня лучший день в моей жизни. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что каждый день для вас будет уникальным и волшебным. Ну а теперь важное послание на сегодня. Принятие родных, приносящие любовь. Этим посланием ангелы хотят донести до вас важную информацию. Представьте всю свою семью и наиболее близкий круг общения. Есть ли среди этих людей кто-то, кто вас раздражает? Положительный ответ означает, что вам следует проработать эти отношения. Сегодня же попробуйте придумать хотя бы три причины, почему тот, кто вас особенно злит, достоин вашей любви. Выявите сильные стороны и положительные качества этого человека. Они обязательно есть, стоит только захотеть их увидеть. Далее поочередно называйте каждого близкого вам человека и вместе с тем три благодарности ему за те или иные поступки или качества. Делайте эту практику каждый раз, когда ваше терпение уходит. Это нужно для того, чтобы повысить уровень позитивной энергии вокруг вас. Помните, что чем выше ваш уровень принятия и благоприятного отношения ко всем вокруг, тем больше любви вы получаете взамен. Несмотря на недостойное поведение других, находите в них как можно больше хороших черт. Тогда невероятным образом ваши отношения начнут немедленное исцеление, и жизнь засияет по-новому, совсем другими цветами. Ну а теперь мы с вами сегодня поговорим о том, какие строгие запреты есть на этот день и какой цвет строго запрещено надевать. Сегодня особенный день, который исполняет все желания. Сегодня наступает день, когда пора подвести итоги. Оцените результаты своей деятельности за прошедший период. Чтобы день был для вас особенно благоприятным, необходимо обрести внутреннюю гармонию, оставить в прошлом обиды, разочарования. Сегодня день вам принесет стабильность и неспешность. Все дела, поставленные на поток, будут успешными и продуктивными. Крупные покупки могут оказаться неудачными. Также с осторожностью отнеситесь к просьбам одолжить деньги. Их возврата придется ждать на протяжении длительного периода. Не рекомендуется осуществлять различные финансовые операции, заниматься инвестициями. В этот период велика вероятность неудачного капиталовложения. Усиливается чувствительность, сегодня эмоциональность, поэтому будьте аккуратны в общении, особенно внимательны к своим близким. Любое ваше неосторожное слово может сильно задеть или ранить другого человека. И чтобы избежать перепадов настроения, которые часто возникают в этот день, обязательно воспользуйтесь медитациями или аффирмациями. День потребует от вас активности, направленной на познание себя. Сегодня удача будет сопутствовать тем, кто готов пройти все стадии в своем сознании, оставить в прошлом отжившее, ненужное и родиться снова, начав жизнь с чистого листа. Хороший эффект даст медитация со свечой. Сядьте напротив огонька. Глядя на свечу, постарайтесь расслабиться, ощущая, как неприятности уходят, сгорая в пламени. Продолжается сегодня энергетический подъем, но щедро даруемая луной энергия пока неуправляема, поэтому не стоит рисковать, заниматься чем-либо важным. Займитесь текущими проектами, рутинными задачами, займитесь накопившимися делами и по возможности не начиная ничего нового. В работе прислушайтесь к мнению коллег, лучше всего работать в команде. А связано это с тем, что потоки энергии нестабильны и индивидуальный труд приведет к сильной усталости. Хороший день для налаживания дружеских, деловых связей, а также романтических знакомств. Сегодня люди настроены доброжелательно по отношению к другим, поэтому любое общение пойдет только на пользу. Однако это не относится к беседам с начальством, разговор пройдет дружелюбно, в благоприятном ключе, но не оправдает ваших ожиданий, поэтому перенесите на другое время. Отличное время сегодня для бизнеса, в особенности для торговли. Вы получите заметно большой доход, чем в другие дни. Кроме того, прибыль принесет работа с клиентами и реклама. Можно проводить различные акции, презентации, они будут сегодня особенно успешными. Энергия дня сегодня пассивна, нестабильна, поэтому избегайте физических нагрузок. Организму нужно время, чтобы правильно распределить энергетические потоки. Кроме того, позаботьтесь о своем меню, исключите жирную пищу сегодня. Этот период внутренних преображений, трансформаций, перестраивается не только сознание, но и организм.
Сегодня вы можете внезапно столкнуться с человеком из прошлого, либо вернуться к какому-то проекту, о котором давно забыли. Будьте внимательны к знакам, прислушайтесь к интуиции. Сегодняшний суд важно следовать подсказкам судьбы. Приготовьтесь к тому, что это отнимет у вас силы, энергию, но не стоит огорчаться или расстраиваться по этому поводу. Вселенная вам напоминает о незаконченных делах, позволяя окончательно оставить все позади. Это принесет вам обязательно удачу и процветание в будущем. Сегодня день идеальный для того, чтобы провести его в кругу семьи, либо в одиночестве. Если же вы находитесь на работе, возьмите за давно отложенные старые проекты. Сегодня вы с легкостью справитесь с тем, что еще недавно казалось для вас невыполнимым, а командная работа будет намного успешнее. Если вы сегодня решите уделить время домашним делам, отдайте предпочтение несложным занятиям. Протрите пыль, разберите обязательно вещи, поменяйте постельное белье. Но не затевайте сегодня генеральную уборку и тем более ремонт. Все, что требует большой физической нагрузки, оставьте на другой день. Успешными будут недорогие покупки, приобретение прослужит очень долго. Взаимоотношения с окружающими будут очень успешным. Сегодня есть возможность найти новых друзей, которые станут незаменимыми. Кроме того, это отличная пора для свиданий. Если же у вас произошел разлад со второй половинкой, сегодня самое время все исправить. В эти сутки вы легко помиритесь с любимым человеком, раз и навсегда уладив все недоразумения. День идеален для того, чтобы отправиться в дорогу. Любые поездки, командировки сегодня будут для вас успешными и принесут множество положительных эмоций. Все возможные риски будут нейтрализованы благоприятной энергетикой этого периода. Сегодня самый успешный день для обрядов, которые будут направлены на привлечение богатства или удачи. Сегодня очень сильна магия огня, поэтому отдайте предпочтение ритуалам со свечой. Также в эти сутки можно проводить очищение и избавление от негативной энергетики. Сегодня можно загадать желание, и оно обязательно исполнится. Достаточно просто зажечь в течение всего дня свечку, далее вслух произнести именно свое желание, а потом сказать такие слова: «Пусть будутся мои мечты, да исполнятся мои желания». Говорим 3 раза. Свечка должна полностью прогореть до конца. Также привлекаем достаток. Также в течение всего дня зажгите любую свечу. Рядом поставьте миску, наполненную водой. В миску положите 3 монеты. Далее скажите такие слова: «Как свеча разгорается, так изобилие в моем доме появляется. От дня к неделе, от недели к месяцу, от месяца к году, с этого мгновения и навечно». Говорим 3 раза. Далее водой, которая у вас стояла, нужно протереть все подоконники в доме, а монеты достать, и их спокойно можно тратить. Очищаемся от негатива. Вам нужно также зажечь свечку белого цвета. Просто пройти сегодня по всему дому с такими словами: «Свой дом огнем священным очищаю, от всякого зла избавляю, от скверной мысли дурной избавляю, то, что было и то, что будет, то, что быть должно. С левого пути сойду, по правой дороге иду, все худое стороной обхожу, против судьбы не движусь, да будет по силам мне». Проговариваем столько раз, сколько у вас получится, пока вы будете проходить свой дом. Все, далее свечку можно затушить. Сегодня категорично запрещено надевать одежду темного цвета. Считается, что таким образом вы привлечете только одни беды и несчастья. И также сегодня будьте внимательны к своим словам. Любое ваше слово будет менять вашу судьбу. Поэтому настраиваемся только на лучший день и обязательно думаем только позитивно.